Следственный комитет завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк». Ну, помните, они там разместили какие-то люди фото Генриха Гиммлера и Адольфа Гитлера и так далее. И Следственный комитет возбудил уголовное дело. Я вам как профессиональный юрист скажу, это невозможно. По какой статье он может возбудить уголовное дело? Я стал копаться, статью нигде не писали. Я все-таки докопался, много на это время потратил. Оказывается, это статья 354, часть 1, ну, со значком 354, со значком 1, первая часть ее. То есть реабилитация нацизма. Охуеть. Я вам зачитываю первую часть. Обратите внимание, возбуждено по первой части. Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенной публично. Что-то здесь объективно там было близко хотя бы. Разместили фотографию, потроллили безумных ватников. Да? Какая реабилитация нацизма? Кто там реабилитировал нацизм? А тот, кто там каких-то размещает где-то там каких-то людоедов, он людоедов реабилитирует. А кто-то монстров, там Дракулу, он Дракулу реабилитировать. Потрясающая ситуация. То есть им нужно возбудить уголовное дело, и они возбуждают независимо ни от чего. Когда даже статьи такой нет. Когда даже события преступления. Не то, что в действиях нет преступления. Событий нет преступления. Какое преступление? Где оно у вас это прописано? Это не реабилитация нацизма. Это не хулиганство, это ничего. Нет у вас такой статьи. Вы ее придумаете вначале, такую статью, а потом будете привлекать их артисты.